Йоу, всем привет, с вами я, опять Гантрус, и сегодня мы снова доиграем в Simulator. Короче, неважно, я тут искал свой обед. Да, смешная шутка получилась. Короче, сегодня буду покупать, апартаменты за 100 тысяч на бич. Ок, в принципе. Я, в принципе, не против, но это, блин, со стороны, в общем, выглядит странно. Пацаны, здравствуйте. Кто тут у нас продают? Hello, эй! Алло! Ляля, посрать, сами купим. Вы хотите? Да, я хочу. Дом или дом? Устал. Давно хотел себе привезти уже наконец свою квартиру. Хотя бы бомжатскую. Ну, кстати, смотрите, ну не так себе бомжатская. Я вам так скажу. Так. В общем-то, вот и все, в принципе. Наш апартамент готов. Правда, бага говно сраная. Ну, в принципе, мне насрать. Я, в принципе, живу без электроники. Да, у меня нет компьютера, но зато хоть есть квартира. Ладно, погнали отсюда. Вот она стоит, наша красавица. А, кстати, у нас тут еще есть, в принципе, заправочка и магазинчик. Ну, там можем закупиться. Поедем. Давайте поедем на аэропорт. В общем-то, мы все закончили гоночку. В общем-то, всем удачи и всем пока. City life, me try to get by. Pressure not ease up, no matter how hard me try. Big C.